будет видео интересное о полициальной школе Go Work. Там будет эпизод из жизни. Посмотрим, сейчас получится. Пожалуйста. Еще раз до вас пришел. Прошу заставить, ну, ознакомиться. Что-то есть. Ja pana chcę poinformować, że sekretariat szkoły jest monitorowany. Tak, roku. Dobrze. Ma pan kamerę? Dobrze. To jeden, no, oznakomić się i dalej odpowiadać. Proszę tu dopisać z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Tutaj w trzecim punkcie to jest. Ja trzeba płacić 149 złotówek. Jedna papiera zostaje u was. Chwila. Ja wiem, co mam robić. Nie musi pan mnie mówić. Jedno. Chcę zobaczyć, czy to jest. No, czy to jest ten punkt. No to właśnie, no to jest dopisane z 3-miesięcznym. Tak. Na florystę. Florystę. Proszę, pieczątkę z datą. Przestawiona. Drugi dokument mam. A, też samo. Też samo, tak. Dziękuję, dwie. W общем, история полицейской школы такая. Я записался в эту полициальную школу, подал документы. Но так вышло, что я решил не учиться, ну, вернуться домой, допустим, ну, как в моем случае. И пришел до учебы, до начала учебы, в эту полициальную школу. Вот. И сказал, что я не буду учиться, я не могу, мне нужно уехать. Они сказали, это невозможно. Либо пишите то, что вы не сможете посещать занятия. То есть они дали бумагу, брак, занятий. Вот. И говорит, вы должны все равно посетить, как вы, раз в месяц, если не будете, у вас будет кара 270 злотых в месяц, в течение 4 месяцев. Вот. И плюс еще надо 150 злотых за. А эта школа она платная, за каждый семестр 150 злотых заплатить. Они эту бумагу взяли, мне не выдали ничего. Я пошел к адвокату. И рассказал. Они сказали, что вот в третьем пункте написано то, что вы можете расклоргнуть договор, но заплатить за первый семестр. Просто 150 злотых, 149. И на этом все. Я говорю, хорошо. Я им звоню, они говорят, так невозможно. Вы, говорит, уже договор заключили. Вот я только сейчас пришел, они молча, без улыбок, все это сделали, подписали, дали. То есть я заявление, подал заявление, то, что я не буду тут учиться. Они его приняли и выдали мне мою копию, которая должна остаться у меня. И без слов я заплачу 150 злотов и не буду учиться. То есть вот это вот обман на ровном месте. На ровном месте хотели обмануть. И будьте внимательны. Так что консультация юриста здесь обязательно в Польше.